I need no player, I just smash it out. I get whole lot of cash and my niggas gotta smash it block. We smack the guap, hey, you know the extra rock on top. Всех приветствую, я водитель, меня зовут Павел, управляю этим автомобилем. Вот мы едем по крайней левой полосе и видим вот здесь справа есть такое что-то типа обочины. Вот сплошная полоса, ее видно. Вот. И вот там как раз объезжают пробку наглые люди, наглые водители. И вот здесь мы прям видим, как они выезжают. Вот там даже немножечко сплошную видно, которую полностью уже растерли колесами вот эти нарушители. И я специально перестраиваюсь в правую полосу, чтобы, естественно, создать неудобство, чтобы заявить о том, что они это наглые, беспринципные, безответственные люди, так ездят там справа. И вот, собственно, жертва. Это белая Шкода, и вот с ней сейчас у нас все будет происходить. Сила городского режиссер. Это что, день пародиста в детском саду? Мальчик, куда тебя подвезти? Тебе с ним будет день. Я тебе сигналю, отойди! Смотри теперь, что сделал. Ты что, не видишь, что ты делаешь? Сигналил тебе я. Попросил отойти в сторону. Ты мне что сделал ты? Ты пошел в наглую залезать сюда. Здесь все написано. И теперь меня обвиняешь? Я тебя не обвиняю. Давай поедем дальше. Нет, зачем? Почему? Я же сигналил. Ты слышал, как я сигналил? Я много раз сигналил. Да, кидала, да. Почему кидала? Я все записал, у меня все есть, могу дать видео. А что специально? Я же сигналю. Ты видишь, я еду, почему ты дальше? А почему ты в наглую, сука, объезжаешь пробку и здесь едешь в наглую? Смысле, наглую, сука. Ну в наглую. Выражение, волчара. Ну почему я? Кто я, волчара? Я говорю, ара, не волчара, ты вообще слушаешь. Я уже думал, ты обзываешься. Смотри, сука, я не на тебя назвал, а вот сука, это тот принцип. Я же говорю, я не называл тебя сукой. Я тебе сказал тот принцип, когда ты объезжаешь вот это вот здесь вот по пробку. А тебе трудно быть просто. А тебе трудно не лезть. Я тебе ничего плохого не говорил. Я тоже не говорил. Я сигналил несколько раз. Говорю, не надо. Показал даже, не надо. Почему сейчас, ты меня не слушаешь? Сейчас что будем делать? Будем перечислять. Фиксировать, конечно. Может, у тебя там еще задето, нет? Нет, у меня там ничего. А что фиксировать? Что случилось? Что фиксировать? Да даже у тебя это есть? Ну, конечно. Страховая у тебя есть? У меня все есть. Все, сейчас вон на остановке остановимся и все. Засними с видео снаружи. Ну, чтобы у вас было подтверждение, как обстоятельство дела было. Нет, сначала сними на фотографию или на видео, что-нибудь. Сними или да, чтобы было подтверждение. И вон на остановке остановимся и европротокол напишем. Ну, что ты согласен с виной, а я ни в чем не виноват, и все. И перечень поврежденных деталей. Ну, я объясню, у меня есть. Так, с кругом снять? Да, лучше с кругом, так это с той стороны лучше, не надо там, где машины. Все, выезжай. Почистись. Заполируешь, нормально? Конечно, ничего не надо написать. У тебя даже там... У тебя вот, смотри, вот это просто. А ничего. Это вон не твое? Нет. Это был Мерседес. Это был Мерседес AMG класса, крутой. Это если был бы мое, это да нет, у меня был бы согнуто. Это был Мерседес, это был Volkswagen, здесь была Kia, и все с обочины едут. Я понял. Понимаешь? Смотри, маленький этот. Ты не уступаешь, короче. Я не уступаю. Согласись, я предупреждал. Я же не просто на таранце. Ты мне говорил, просто я не думаю, что ты просто такой упертый. Вот извини, именно, выражение. Вот просто. Но ты должен был оценить. Ты должен был оценить. У тебя красивое, у меня нет. Поэтому мне не страшно. Дело не в этом. А в чем? Дело не то, в этом. То, что ты торопишься. Ну да. Все торопятся. А ты в курсе, что из-за тебя мы все дольше едем? Ты в курсе? Сейчас ты снимаешь. Конечно. Да? Я смотри, если вы будете добрые ребята и скажете, извините, мы все понимаем, то я никаких претензий не буду, и уеду. И так все.
Я так, же давно, так и все так это сказали, чистим, что... все нормально. Да. Ну вы виноваты, согласаетесь, согласитесь? Вот это потом удалишь. Нет, смотри, я просто дело в том, что если мы сейчас расходимся, мне нужно зафиксировать, что никто претензий не имеет. Да ради бога, я не имею. Претензий от вас никаких. Нет, от меня тоже претензий нет. Расходимся. Скажите хотя бы извини, водитель, за то, что наглеем. Водитель, извини. Все, до свидания.